Зачастую пожары в садоводческих товариществах устраивают сами огородники. Вряд ли намеренно, скорее по неосторожности или безалаберности. Однако сути дела это не меняет. Каждый год одно и то же. В прошлом году на аналогичный период было 63 пожара, а на данный момент уже 67. Пустыри притягивают мусор и хлам. Кроме того, срабатывает закон любой кучи. Если один человек что-то выбросил на свободную территорию, то другой тоже просто так мимо не пройдет. А потом кто-нибудь нет-нет, да и чиркнет спичкой. Я вообще уже сколько раз ругалась, по-хорошему говорила. Бесполезно, жгут. Баня есть, ну возьми вот это, сожги вот эти деревья. Ну траву тащат сюда. Компостную яму сделать. На огородах без мусора не обойтись, особенно в начале сезона. Однако каждая свалка должна знать свое место. Несанкционированные кучи мусора, которые организуют сами садоводы, являются грубейшим нарушением, так как в случае возникновения какого-либо загорания, возгорания при хорошем ветре это все распространяется. Так что если вам дорого ваше имущество, позаботьтесь о нем сами. Алена Воробьева, Геннадий Лабзин, наши новости.